привет, наши читатели! Сегодняшний день начался с прекрасной погоды. Все ребята вышли на футбольное поле и приняли участие в Поленских рекордах, с результатами которых вы можете ознакомиться с печатной версией новостей. Поздравляем наших рекордсменов! А вот после полдника весь лагерь вновь вернулся на футбольное поле, где прошла репетиция съемок клипа, в котором участвуют все жители республики. Открывать завесу тайны мы не будем. Ждите в эфире новый клип. Во время родительского дня впервые в республике прошли международные игры по МПЯПСС. Мама, папа, я, Поленовская спортивная семья. И мы с радостью сообщаем, что первое место заняла семья Судинковых, Лимония. На втором месте семья Гусевых, Лимония. А на третьем, не менее почетном, семья Васильевских, Гасконе. Надеемся, что в следующих соревнованиях примут участие еще больше родителей. День закончился выходом на природу. Дорогие родители, еще раз обращаемся к вам с просьбой оставить свои отзывы о работе республики и летнем отдыхе детей на сайтах, которые мы укажем в печатной версии новостей. Вот так. Пока.